Тяжело и косты сбивать, и хилить, ну, это просто жесть. Я бы Покажите сбивал смитель крестом, коста. если бы я мог. Да я предлагаю разойтись. Давай Заодно на этого проходе пройти. убьем и расход. Ты А не завтра думаешь, что он вернемся. такой простой, блядь. И там, Давай я помню, что-то тройном, вы в тени хорошо. уходить туда, куда-то мог Ладно, убивать там. пошли. Пару троев дадим. Если убьем, то Вот здесь. это Не что убьем. было сейчас, это цветочки. Так у тебя шлем появился, сейчас проще будет. Ну так-то, так да. там два танка надо Да. Чем турбо прервал каст? Антимагии? Да. Почему-то меня не прокло. Захерачили, пацаны. Ганкеры эти малолетние. Такс, теперь танкодру. Танка. Царь в хила. Ты чё это такое? Я что, в ДД? Нет, ты в танке. Я забыл, там чё, надо беса танчить? Нет. Далее, для танков. Соответственно, танка Дру, свой дом. Вы, ну, эти меточки поставлю. Блять, револт. Там этот, как он будет вешать, кастовать стрелу, на вас будет стакаться дебаф. Вам надо будет меняться. Где-то на 7 стаках. Соответственно, вам надо будет меняться, если только на том танке, который меняет, нету порчи. 7 стаков это же не предел, там, по-моему, по 10, по 15 держали нормально. Я для чего это говорю? Соответственно, для того, что если кинется порча на танка, на второе, семя порчи, который должен менять, чтобы было время, если что... чтобы первый танк продержал его побольше. Потому что если семя порчи, то есть босс нанесет по тому танку, который забрал под семенем порчи, да, 45 тысяч единиц. Да, понятно. Бьет семя, будет. Появится два злобных беса, которых надо сливать. Иначе на истечении 20% хп, во-первых, он бьет очень сильно, во-вторых, он как его? Начинают взрываться, как на магике гер, маленький бес. Если появились эти бесы большие, вы вливаетесь сразу в них. Дальше босса вы подводите, чтобы рейд стоял в кресте. То есть вы его так должны поставить, чтобы все остальные за спиной были в кресте. Далее, соответственно, я буду здесь вот в бочку, сейчас покажу, желтая звездочка. То есть вот здесь я буду стоять и ловить на себя длань. То есть по мне будет жестко идти дамаг от длани, там по 20к. Не, по 17,5. Соответственно, с меня будет появляться 5 диких бесов маленьких. Турбо, дашь в них два коста и идешь дальше в босса играть. Я далее их расфигариваю. Для чего мы это делаем? Если я не так не буду отбегать и стоять за спиной все, по нам будет нестись жесткий дамаг по 17к, плюс будет бесы. Плюс на нас будет 7 порчи, и соответственно будет дохуище бесов, которыми мы не справимся. Дальше. Босс будет кидать на рандомного человека, кроме танков и хилов. Соответственно, метка демона. С этой меткой демона вы набираете примерно ренджу 8, потому что каждые 10 секунд она кидается. То есть я примерную меточку поставил, особо стенки мы не отбегаем, то есть отбежали рендж 8 друг от друга. А первые
с меткой убегает направо, второй с меткой убегает налево. Надеюсь, понятно. Соответственно, что делать, чтобы вас не продамажило под этой меткой, потому что по истечению там очень жесткий дамаг бьется. У вас появится как кнопочка медитации, как на смотрителе была аннигиляция. Чуть-чуть выше по центру экрана вашей панельки скиллов, стандартно, если вы со стандартным интерфейсом. Соответственно, появится кнопочка. Вам надо будет выйти, дождаться, пока, соответственно, бить босса, дождаться, пока она будет активна, и посмотреть, если у вас full HP, только тогда вы заходите в медитацию. В медитации вы появляетесь в комнате, где будет ваш дамажить дебаф, это раз, и будет там бес. Это два, которого надо убить, чтобы вас выпустило с комнаты. Чтобы вам прохилиться, с беса этого будет сыпаться сферки, если мне не отшибает память, через которые надо пройти. Только тогда вы прохилитесь. Надеюсь, понятно. Дальше. Паладин может зайти туда, сразу же нажать бабл, и его выкинет обратно. Соответственно, маги, вы можете прожать глыбу, и вас оттуда выкинет. Сразу же. Надеюсь, понятно. По тактике здесь все. Соответственно, у нас сопротов 9 минут. Даем обмен звезде, я выдам еще по сопроту. Тёма, я вроде слыхал, но может чёс, типа эту фигню пофиксили. Ну, проверим. Проверят. Угу. Если не будет убрасывать, значит убиваете мобу. Бэм, нет. То есть, Сомервиль, если что, оставляй этих как копий на демона. Не юзай копии, пока тебе не кинется дебаф, ты не пойдешь в портал. Это 100% инфа, потому что там и шарики, короче, которые там будут с босса валиться, вот, ты должен собирать каждый, не каждый каст, ждешь, пока у тебя хп упадет до 50%, собираешь два шарика, при этом бьешь моментальными только кастами, там, бури, огненным взрывом, и только потом, когда два шарика соберешь, ты начинаешь кастовать. Это 13. Иначе ты сдох. Кто там храпит? Даем, Сони, да. Даем мне, пожалуйста, обмен, получаем сопротики, если у вас меньше 10 минут. Быстрее только, ребят, пожалуйста. Я аж проснулся, блядь. Вы слышали, кто-то храпел? Еще два сопрота должен выдать. У меня там двухчасовые. Так, значит, еще один. Че, у кого-то есть? Нету сопрота? Царь, взял? Да, да, конечно. Сопроты пропили? А, у задумчик, все норм. Так, обновили сопроты. Чек на готовность. Меня жестко прохилим, потому что иначе я могу лечь. Так, сейчас я танк одну тренинг найдем. Вот это. Так, танк. Что я найду? У меня хп не изменилось. Так, на 2к просто стало больше. Ну, вроде нормально, должно хватить. Так, я повешу от огня. Чек на готовность. Зашли чуть за линию, потому что здесь закроется дверь. Все, все готовы, отчет на пулу. Давай, первый войд, так. Герб давать. Сейчас. Так, он не сильно хочет. Давай. Ой, да оглашай сколько там. Надо забирать. Блять, ушли турбо, задум вышел. АОЕшим, помогли с АОЕ.
Милишники не этот, как его, не обращаем внимания, бьем босс. ДДшники не помогут. 7 стаков. 7 порчи не забирать тогда, да? А ОЕшим по трэшу. Задум далеко вышел. Ну чё ты там? Забрал его. А ОЕшим. Отведи его дальше. Метка демона ему не отлично. Сколько у тебя? 5. Громоступка выше. Далеко не выходи. Блять. Можешь резать его там. Резь не задумай. Он вроде тёлку кинул. Не в медитацию уходить. Да. Отхильте, пожалуйста. Он точит, короче, босса пока. Эльрей вышел. Как с меня порча спадет, забирал. Хорошо, у меня пока 5 стаков. Медвея жесткий захил. Медвей лег. Оглашай, когда забрал. Да все. Не в медитацию уходить? Нет. Уже не надо. В чем у нас проблема? Царь, а ты в ШП был? На хиле. На хиле, но я не могу больше. А он в этом же, в полике. Я думал, он в ДЦшнике. Нет, он в полике. Херово, че? Войд, объясни, Артём, объясни еще раз, пожалуйста, за медитацию. Что там надо делать? Убить моба в комнате? Да. С моба, когда ты бьешь моба, тебе надо прожать станы, чтобы он тебя не бил. И на тебе в этой в медитации, соответственно, проносится жесткий дымак. Угу. Соответственно, чтобы отхилиться с этого моба, когда ты его бьешь, валится сверху, который надо будет тебе собрать, чтобы отхилиться. Значит, ты просто сдохнешь. Понял. Все, соответственно, хилишься сферками, убиваешь мобу. Сразу уходить в медитацию, как только появляется иконка? Иконка появляется, смотришь на свое ХП, если фулл ХП уходишь. Ага, понял. Потому что если ты уйдешь на половине, тон ХП, ты просто не успеешь его разбить. Че, last try? Да, да. Да, last try. Копыта. Гнев пустоты, молчазар и погибель с оперы. 5 боссов. Но оперу мы не пойдем, погибли, я так думаю, тоже. Если только никому не надо будет кое зачищать. Так, давайте чек на готовность. Я, кстати, по себе каску не дал. Попробовал больше. И этот. А у всех медвей лагает? Ну, перс медвей. Нет, вроде нет. Прям ТП-шится у меня. Есть так. Да, Малеха есть. Угу. Ебать, да я копер фильм. Не, у меня нормально все. Хуя тебе ебашь со стороны в сторону. Я готов. Прям жестко. Не, бегает нормально. Задумчик, давай как-то. Ты справлялся с этими в медитации, нахуй. Че, спишь? Еще раз чек на готовность. Походу спит, бля. Да мы все сейчас уснем уже, пиздец. Вечным сном, да, но? Так, я бы попросил. Ёпта, да давайте нахуй, чё вы слабые или чё? Вот это, бля, воодушевляющий. Дум, пищеми себя за яйцо. Говорят, взбодрит.
Тоже был. А его что-то в диссе нет. Лучше кофе, блядь, да? Слышь? А где Дум? Сказать, он умер? Я что-то не понял, а где Дум? Дум психанул. Думчик, ты тут? Нет, чек на бетон. Чашечка бодрящего прищемления яиц с утра. Ну, если не получится сейчас, не придет, то как его? Просто зайдемся, потом допринесем число. Когда у нас допрано? Да, планируете? На следующей неделе. Отличный план. Отличный допронос, честно. Вообще рад, что он. А чё? Чё, ты слабый, что ли? Нет, хороший допронос и конкурс. Давай, Ломана. Да боже, если что, нужно продлить даже. Смотрите, если даже не получится, дал. Да, продлим и пойдем дальше. Продлите, дальше пойдем. Ничего тут страшного будет. Если Дарь. Будет время у меня на этой. Если не будет, так, соответственно, я не смогу допровести. Пойдем на следующей неделе, ребят. Тут уже не обижайтесь. Если да все, готовься, я нормально. Уже иду к тебе подъезд на свежий. А, все. Ну, чан, Лена. Ясно, понятно, короче, всем спать. Мне кажется, он после трая просто нахуй вилку с розетки вытащил, говорит, все, я спать, давайте там. Ладно, нормально, паладин откроет портал. Не открывай свой портал, паладин открывает. Магический портал, крутой Ланта, портал. Классно, мне еще смотри, крутой портал, хопай! Наебал. Что происходит? В ЧС или в Изгильдии? Вводит ГП ему. А Дум зашел? Да ладно, все. Да, зашел, зашел. Молодец, Дум. Отлично. Давай, ставь шкаф с умони. Все, короче, давайте спать. Да, ставь шкаф. Я уже настроился на задание, реально уже уже 2 часа. Ну да, в принципе, бля, уже 10 часов утра мне надо. Чего-чего? Говорит, 10 утра уже спать надо, аж голос изменился.